Пегу. Здорово. Здорово. Доброго, доброго дня. Доброе утрочко, денечек. Привет, подрубай. Так, сейчас стрим офнем. Давай, давай, сейчас давай. Угу. Так, надеюсь, тут все заработает. У нас в прошлый раз в этой конфе не работали стримы. Надеюсь, у тебя запустится. Вазаня, спасибо за 100 рублей. Не крутится еще, получается. Для Пипеги мутится. С6 Эола. Для Сивороги. Ой, для Пипеги. Ну, вы поняли. Как же долго, жесть. Так, вижу Пипегу. Так, ну чё? Сейчас попробуем. Давай. Сейчас, давай вот так сделаем. О, так, вижу, есть. Да, да, вроде бы работает. Фу, исчез. Подожди, исчез через секунду. Так. Слушай, мне кажется, это у нас сломался этот. Почему так? И сейчас? Нет. Так, давай так. Да я понимаю, что опять дело с каналом, да. Я, просто... я могу экран, в принципе, застримить тогда. Я просто не понимаю, почему. Да не, он у тебя выключился через секунду. Ну, ну включи еще раз, попробуй, что угодно. Экран, не экран. Не, он заканчивается сразу же. Я не знаю, почему в этом канале не работает стрим. Все, пойдем в другой сейчас перенесу. Давай куда-нибудь. Так, все, давай здесь попробуем. Давай. Я не знаю, почему канал сломался и как это произошло. Потому что ну-ка. Раньше-то все нормально было. Да, все есть, все. Все есть, Иола. Иола, жесть, ты что в инкономии? Это моя самая любимая Ока. Тут самая красивая музыка. Ну что ж. Да. Давай, сколько у тебя C0 же сейчас, да? Да, C0 R1. 6000 примагенов. Офигеть, столько ни разу не видел, наверное. Нет, ты видел, там на одних из прошлых рутках была девочка со 190 тысяч. А, ну да, тысяч, но у нее, да, у нее накоплено, и она их не тратит. Да, ну у нее там не было, по-моему, моны, что ли, тоже. Да. Шеденс, по-моему. Вот, по-моему, там, ну, точнее, по-моему, тут 710 плюс-минус суток, ну, плюс-минус, да, где-то так. Угу. Всё, начинаем, без гамбы, без всего. Да, да, я думаю, ну, хочешь, можно попробовать какую-нибудь большую гамбу. За сколько круток, как ты думаешь, выкрутишь C6? Ну, смотри, если судить математики, то 150 на 6 это 900. То есть да, есть логично. Шанс её вообще не выкрутить. Ага, давай. Давай попробуем 500. Давай попробуем 500 круток. За 500 круток. Выпадет? Не выпадет. Пока идет гамба, надо посчитать, сколько это в гемах. Ну, давай 2 минуты будет. 2 минуты на гамбу. Давайте. Уже есть C0. Угу. Не забывайте. Да, уже C0. C0, поэтому 6 созвездий крутим. Я покажу. Да, это по сути надо, блин, одну раннюю на 50 на 50. Не, я бы на красное ставил. Красные инвесторы, очевидно, для них ставка. Да, скорее для красных ставка, скорее для красных. Так, ща. Три олы в одной десятке, ну все может быть. Все может быть. Ну на красное уже пошло 250. А, это ты сам поставил. Конечно. Чтобы не расстраиваться. Да ну какой расстраиваться такой день? Ну да. А чё? Ну да. Ну да, ну да. Чё-то не подумал, реально, надо было для Бутыляндии купить какую-нибудь бутылочку чего-нибудь. Пивка, например. Нас тут в пятницу сейчас позвали выпить. На новоселье. Ну, барчик какой-нибудь? Не, на новоселье, да, в квартиру. Кстати, да, надеюсь, не слышно вентилятора, который тут рядом. Не, не слышно вроде бы. Все, кайф. Ну, синих тоже много, но все по чуть-чуть, походу, ставят пока что.
Да ну там вот да. Миллион с одной стороны, полтора с другой, можно больше грузить. Да, можно еще на красное процентов выдать. Пусть ровно 50 сделает круток, чтобы не ошибиться. Ну, мы сейчас будем считать, видимо, получается. Смотри, это получается остается 437 круток, да? Вот за исключением тех 63, да? Это то, что в гемор улетит. Ой, давай просто, давай просто считать 1, 2 и так далее. Ну ладно, ладно, окей, можно так считать. Давай просто так. Просто купи 500. Ну все! Тоже вариант. А, да, купи просто реально, купи 500. Сейчас надо не перепутать. Да. Это сколько-то... Не, ты не все покупай. Ты покупай 400 сколько-то там. 37, по-моему, у нас там было. Что-то такое. 60 тысяч. Да. 63 было, да, все, 437. Ага, супер. Ровно. Угу. Поехали. Что, давай. Поехали, да? Да, давай. Тут откручено что-то около 20 изначально. Хорошо. Ага, это не сказал. Ну все, красные инвесторы проиграют, получается. Так, где что-то C6 Мику ты уже давно выкрутил, я помню, да? Да, вон он, видишь. Да, он не нужен. Зато Razer не собран. Смотри, тебе нужен второй C6 Мика, чтобы собирать с ним второй физотряд с Razer. Вот где ты был на баннере Шэньхэ? Непонятно вообще, что сейчас свалится. А вот ты не думал, что он будет в баннере Эолы, что ли? Знаешь, когда выкатили анонс Микки, я сидел такой, блин, неужели им хватит наглости пихнуть Эолу в Next баннер, и чтобы не пихнуть с ним Мику? Поэтому я плюнул и выкрутил. Ну понятно, да, для спокойствия своего. Да, что-то пока только баннерные персы. Где Кирары? Моя мечта так, выбить. 50 на 50. Ну, поехали. Но это не Эола. Ну-ка. Очевидно. Просто очевидно. Смотри, вот она твоя физ крио Эола. Да, жестко. Да. Ну, крутки будут веселыми, я уже прям вижу. Ну да, сейчас за 440 тяжко будет выловить, тяжко, надо 2 в десятки, 3 в десятки ловить. Очевидно, да. Так, ну первая 150 значится, да, судя по всему? Да, первая соточка, видимо, на 100% пойдет. Да, 136. 140. Так, это у нас 140, да. Ну, уже, да. Фу, гарантик. С чичи. Классика. Давай, 2 в десятке, ну. Да можно и 3, я не против. 3. Оп, прилетело. Как же давно я этот сплэш-арт не видел, конечно. Да, сплэш-арт. Незнакомый, так сказать. 6 в десятке. Да вот хорошо бы. Хорошо бы было. Так, бы, едем дальше. 350. Там еще блеск же наберется сейчас за этот баннер. Ну, да. О! Это кто? Как это Кавих. Он 4-звездный, не переживай. Это тебе не 100% карат. О, пошло ранее. Хорошо. О, хорошо. С2. Есть. Уже один ранний 50 на 50. Ставка же. Ты давай радуйся ранним легом, а не ставкам выигранным. 2 в десятке. Нет. Так, С2 же, да? С2. Да, С2. Да. Ну, 310, это как минимум C4, но уже, наверное, может быть. Это C5 гарантированный, если выиграем 50 на 50. Давай, хорошо, кайф. Хорошо.
Смотри-ка, сейчас синие сыграют, походу. Минус 250-ка сейчас, в эту ставочку. Угу. О, c6, все, ага. Кайф. Блеск. Теперь можно и по гаранту, но если... Да нет, подожди. Если я правильно понял, c3 и 300 круток, это 1 50 на 50 выиграть. Остальные два уже... Ну, не, ну если фулл гарант. Еще есть шансы не выбить. Есть. Блин, это c6, Беннет. Но нет. Теперь эта кнопка будет. Посидишь с восклицательным знаком. Вот, кстати, она тоже нужна. У меня на c0. Хочется ей тоже поиграть, конечно. А там c2 надо. Рок-н-ролл, да-да-да. Ну что, еще? Криумами. Опа! Найс, ну наконец-то, блин. 2 года проигрывал 50 на 50, ну все. Офигеть. Чего, осталось 2, получается, да? c5, да. c6. c4, да. На 220. О-о-о-о! Все! Все, я думаю, что синие выиграли. 100% гарант 1 плюс там за 70. И да. Ну, я же говорю, 100% гарант, да. Я предвидел просто, что это будет. Не, а это C2, по-моему. Это тебе с электросаппорт под EOL, чтобы накладывать суперпроводник пришел. Точно. Да. Ставка, ну, рано еще, но... То есть тут 60 и 150, типа, это должно быть 2 леги. Ну, 2, да. Типа, 3 леги, скорее вернее. Всего, должно быть. Да, если не выиграть еще один 50 на 50. Типа... Но, кто знает, 7-6, 7-6... 152, плюс еще у нас всего 60. Откуда столько круток? Я всю сумеру скипнул. Всю сумеру. Жесть. Никого не крутил. Чего, Ян? Ну, может, десятки не хватить, может, пока, да. Но это будет жестко. Но в любом случае, ты уже достаточно удачно, блин, за 500 круток. Да. Сейчас, может, 2 прилетит под конец-то. Может быть и нет, 140 осталось. Ой, как тянет. Смотри, ты такими темпами и ставку выиграешь. Может быть. Кстати, да, 150. И оба выкрутишь. Так, ну сейчас посмотрим. Нуп. Жесть, Фавоний. Да, у меня там, по-моему, только меч R5 был, все остальные там R1, R2 и так далее. Так что, наконец-то R5 Фавоний. Жесть, как же тянет. Момент истины сейчас будет на 50 на 50. На 501 будет победа, ну хз. Офигеть, а чё так долго? Сколько там было, 130? Сейчас у нас 70 получается откручено, ну, да? Чё-то такое, вот сейчас должна прийти, да, наверное. Ага. Так, ну и кто тут? Ну давай, момент истины. Опа, c6. Да, ставка синих. За 500 круточек. Тебя представляешь, c7 выпадет, вот это будет кем, да, конечно. Будет забавно, нет. Нет, все. Жесть, да синие. Кайф. Синие 44% против 56 на красном. Самая большая ставка у Совушки, кстати, 60 тысяч. Пега теряет свои 250 круток, но радуется своей C6 криумами. Наконец-то.
Общая сумма баллов на 500 круток 2 миллиона 774 тысячи. Жесть. Все, отдал синим, поздравляю. Ну что? Ой, кайф, на кого дальше копишь? На Орликина C6? Ну сейчас на гидрохонта посмотрим, что он из себя будет представлять. А если не зайдет, то, наверное, вот будем на ту девочку с пистолета. Может быть, даже и с констами. А может, она 4-звездка. Ха. Как... Блин, ну тебя тем лучше. Как местная Сара, да. Да, может быть, может быть. А оружка будет? А оружка будет у на других крутках. У нас есть человек, который будет крутить оружку. Наверное, в следующий раз. Ну будем, да, можешь думаю. Покопить. Окей, все. Все, офигенные крутки. Поздравляю, спасибо тебе, все. Давай. Все, сейчас тогда докрутим, у нас всего два человека, и потом бахаем розыгрыш. Да, 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 окей. Все, давай, пока-пока. Так, а дальше у нас еще Эола. Пуру-пуру-пуру-пум. Яншин, запись на крутке. Так, еще Эола. Физ королева, обязательно помогу отомстить всем обидчикам. 220, откручено 71. Но еще пытаемся добиться 6 Мику, получается. Привет. Да, алло. Здорово, здорово. Здорово. Ну что, давайте я как тепеги насыпем. Уж Мики точно. Там было очень много. Это да. Угу. Сейчас мне его все забрали. Так, все, стримчик так есть, это есть. Смотрю, у тебя для нее небесный меч. Ну, хотя бы что-то. Вылавливаем его из озера, как говорится, того самого. А, понятно. Будем пытаться. Понял, понял. На живца, так сказать, на Эмбер. Да-да-да. Ловим волку. Так, ну у меня тут откручено 71. Угу. Сейчас десятку, по идее, крутану, и будет, ну... Хорошо. Либо Эола, либо не Эола. Можешь вам сделать, если хочешь. Ну, покажи тогда 50 на 50, а я пока сделаю 50 на... Эола, 50 на 50. Выпадет, не выпадет. Историю чекни. А она у меня исчезла, потому что 6 месяцев я же не крутил, копил. Жесть, у нас не будет подтверждения. Ну, в общем, ваши ставки на страх и риск. Может быть, на самом деле ты решил поставить на стриме 250 тысяч на синее, потому что знаешь, что у тебя 100% гарант и... Ну, у меня есть подтверждение с Paimon Mo, но... Да, я шучу, забей. Это ладно, ладно, понимаю. Мне Яна Сидр принесла, но не захотел. Томат кайфарики. Почему бы нет? Сомерсби. Вкусненькие. В Черногории очень много Сомерсби пил. Балдежно. Mm-hmm. Холодненький на жаре. Самое то, согласен. Mm-hmm. А у нас это Камчатки как бы... Жарко. То дождь, то солнце. Ну так. Ага. Да у нас в Ереване больше дождей, чем в Питере было. Ну... Ну да. Как-то так. Ну вот, кстати, я не знаю, что мне крутить на самом деле. Сейчас, если Эола выпадет, то можно, в принципе, Ружейку покрутить. А если не выпадет, то, ну, наверное, будут чисто этот барь крутить. Ну, посмотрим, да. Мики. Тем более Мика, да. А он вообще mm-hmm. есть, нет? Mm-mm. Поэтому нужно хоть одного выловить. Ну, давай десяточку. Давай десяточку. Все, можно. Да. Ну, поехали. Пью вишневый Сомерсби сейчас. У меня яблочный, да, для груши. Летит. Так. Ой. Так. Другой физперц. Опа! Пиромами. Ну, пиромами в целом, почему бы нет? C1, я так смотрю, или C2, не? Не-а. Новенькая. А, новая, просто я думал, показывает на экране. Да. Да, ну, красные, поздравляю красных, поздравляю. Да, придется вловить Эолу с Мико. Давай. Почему бы нет? Дех я неплохо. Может быть, когда-нибудь... За 2 года выиграл 50-50 свой первый. Mm-hmm. Может быть, когда-нибудь. Что, еще свои кручки сделаю? Может, тоже дехе прилетит? Так. Оп, это есть. Хорошо. Блин, холодный. Mm-hmm. Сидор аж чуть-чуть так, заболел. Так, резерв С6. Допустим. Намек понят игра. Да, тянет.
Видимо, C0, да, Мика? Видимо. Ну давай две в десятке, что ли. Мне что-то далековато для двух в десятке уже. Жесть. Да. Девятый, по-моему. Ну привет. О, дома. Да, девятый. Сколько у меня? 125? Угу. Ну, есть смысл покопить на что-нибудь, наверное. Понравился кто-то из фонтейновых? Анонсированных. Из фонтейновых? Ну да, там девушка с пистолетом прикольненькая. Ага, ага. И там еще парень такой, который сидит на столе рядом с Толикой. Угу. С черными волосами, тоже прикольненький. Ну что, тогда скип-скип? Можешь все-таки покрутить, я давно не крутил. Чуть-чуть можешь, охота. Если давно не крутил, да, сделай 40, например, там, 30. Вдруг ранее, может, 100% гарант сейчас бахнешь себя. Может быть. Может быть, нет. Ну ладно, Рыжик уже не считаем, смысл крутить, 20... лучше созвездие. Не, что-то так. Скамит тебя Мика. Я не помню, какие ему нужны, может, одна-две хотя бы, но... Ну ладно, еще одну, наверное, ну, да. И... 40, угу. Да, ну спасибо, да, дальше ладно, лучше я понял. Уже, да, ну C0, ну четырехзвездки, чё, скамящие, как всегда. Ну да. Не просто так ему два баннера дали. Все, спасибо тебе за круточки, в любом случае поздравляю, да, с Олой и Дэхей, счастливо, пока-пока. Да, все, покеда, счастливо. Спасибо. Так, и последние крутки Даник у нас крутит. Там как раз оружка, 317 на оружку. Жесть. Алло, привет. Раз, два, три. Скажи что-нибудь, ты тут? Не отошел? Да-да, да-да. Так, сейчас запускаю. Давай-давай. Единственный, кто сегодня на оружку, надеюсь, тебе повезет на нее. Только что миллион мики было. Ну, за 500 уж круток-то, как бы, конечно, да, там, насыпало. Сворачиванием Геншина. И пей мику. Вчера промокоды на Ханкай были? Не помню. Не знаю. Так, во. Идет? Ага, да, есть фонтанчик в Манштате. Ну, у меня тут, соответственно, штук 40 откручено. Угу, угу. Так, ты только оружку, да? А? Только нет, оружку. Если выпадет... Ага. Нет, в смысле, крутим оружку и на остатки крутим консты для Эола. У меня на C2. Ага, понял. А, там ну, тоже около 40. В общем, скручиваем все в ноль. Хорошо, ничего себе, давай. 320 круток, это жестко, давай. Ага, У-у-у. Ну там еще можно вот так вот добавить. Ага, понятно. Или купить скин на кли. Не, у меня кли нет. Понял. Ну давай все, тогда, погнали. Давай, удачки. Угу. Что тут есть какие-нибудь? Гаранты, не гаранты, что-нибудь такое? Нет, ничего. А, ну. Ну, типа стандартной пушки не было в последний раз. Последняя мне как раз выпала ивентовая на этого Аль-Хайтама. Ага, понял. Опа, пошло. Да. Третья молитва. Третья, жесть, у тебя нет кли. Офигеть. Странно, что сигна кли это все еще стандартная пушка. Подожди, рез для Сайвер 5 наконец. Да нет, можно ей же еще что-то дать. А у меня с этим, с молитвой ходит этот... Странник? Не странник. Забыл, Нингуан. А, Нинка. А, тут ничего не было, что ага. Пускаем. Да, без гамба, я думаю, да. Оп, какие-то, так сказать, внезапные персонажи из ружейки. Как же много этого. Ну, без четверок оружия вообще все какое-то неинтересное, даже ничего не хочется. Ну да, там вспышку, ну. Разве что Бена ту подкачивать. Вот этот лук для Фишли норм, типа. Ну, в целом, да, но у меня... Ну, лучше R5. У нее. Да, тем более есть бесструнник. R5 без струн. В каком патче будет Фонтейн? По идее, в следующем, ровно через полтора месяца. Так, ну, давай надеяться на меч.
Я думаю, мы на 240-й вебе меньше. Какого? Да почему? Мне тут вообще не везет, чтобы что-то раннее было. R4, жесть. Жесть. А годовщина когда? Годовщина где-то в октябре, по идее, должна быть. Типа матч 1-1 вроде бы. Ну, не 1-1, а какой там будет. 4-1 получается. Может, 3-8. Ну да, сентябрь-октябрь. Ой, что-то я быстро закрываю. Может, там что-то интересное. А вдруг там 10 эпиков, да? Ноэль, глаз. И скриншотом на Reddit. Да, пушка, к сожалению, заскамила. Долго, очень долго. У тебя C3 клея, у типа R4 этот. О, может, вам объединиться? Да. Кстати, на аккаунте еще ни разу не было 2 в десятке. Ну смотри, может, вот сейчас есть 8 круточек, да. Ага. Резер и глаз. Ну, кажется, нет. Отлично. Ну, крутим дальше. Олу. Давай, 160 нет. Есть. Может быть, 2 консты. Тут тоже примерно 40 с чем-то откручено. Последний был Тигнари. Хорошо, может, 2 консты есть. То есть гарант тут будет сейчас. О, первый мика, ничего себе. Может, хоть тебе повезет на C6 мику сейчас? Не похоже. Сильно сомневаюсь. Блин, ну получается реверс гарему и уолы в этом баннере. 3 мальчика. Оп. Первый круточка. Ну давай, 2 в десятке. Ты так хотел. Ней. Может, сейчас первой круточкой. Надеюсь, мы не спалили твою суперважную работу или что-нибудь такое, нет? Суперважную работу спалили. Жесть. Что тут в рабочее время? Понимаю. Крутить мешает. Окей. Ну, вообще-то да, кстати, время-то среда, день. Тян цензурит вебкой. Что-то совсем все. Да, долго сегодня что-то тянет тебе, к сожалению. Давай, может, сейчас 50 на 50, четвертую как раз консту выиграем. Оно. Давай. Есть. Ну смотри, типа, я не думаю, что тебе за 60 круток C6 придет. Я бы на C4 остановился, наверное. Не, до конца. Нет? Ну давай, до конца. Все в ноль. 53 круточки. Может, и повезет, кто его знает. Еще неизвестно, когда будет следующая Ола. Ну, это да, это еще пару лет подождать придется. Где-нибудь к Снежной. На гарантик накоплю. Где-нибудь к Снежной, может быть. Это известно, через 1.5 года. Ну не, ну персонажей все больше и больше, реранить надо все больше и больше персонажей. Значит, грант отодвинется уже не на 1.5 года, а на 2.5. Видите? Да, там можно перевести. Ага. Так. Короче, макс. Еще есть. Блеск есть. Можно вот этот, да. А первый, да. Целых 33 крутки накопилось, ничего себе. Может, третий баннер ведут? Может, ведут. Может, нет. Не, ну круто было бы сейчас порадоваться под конец. 2 в десяточке и прям сразу 50 на 50, но пока, конечно, да, поскамило.
О, что-то летит. По-моему, ранее относительно, там 50 где-то. А я что-то не считал. Меч колокол для Фермина. О, no. C3 джин. Да. Даже не C4. Эх. Что ж, да, тебя сегодня, к сожалению, подскамило. У нас еще гарантированными круточками. Так, и, наверное, тут еще под ноль. Да, опять круток. Жаль. Ну, у меня с ранними всегда беда. Угу. Ну, опять же, все бывает. Они приходят тогда, когда их меньше всего ждешь, на самом деле. Поэтому, когда крутишь и ждешь, они не приходят. Так же, как мой вельт в Ханкае на сранне. У меня лочит так. И это правда. Ну, пришел буквально через 5 круточек после стрима. Понятненько. Ну что ж, надеюсь, в следующий раз тебе повезет больше, и уже, наверное, добьешься 6 олота точно на следующий ее баннер. Давай, хорошего тебе стрима. О, стрима говорю. Рабочего дня. Хорошего тебе дня. Спасибо, все. Давай, счастливо. Пока-пока. Ну все, чат. Крутки зрителей, все. У нас 3 человека было. Но зато сколько круточек.